Физкульт, привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Вы знаете, я очень серьезно и уважительно отношусь к людям, которые несут какие-то новые идеи в наш любимый вид деятельности – ворочение железок. Наука и спорт всегда должны идти рука об руку, и мы должны с вами изучать любую информацию. Сегодня в нашей рубрике интересная тема – центральная нервная система и утомляется ли она от тренировок. В некоторых роликах с другими учениками Виктора Николаевича Силуянова вы видели, что люди критиковали меня, что центральная нервная система якобы не утомляется от тренировок. Но Стефан Диас тоже является учеником Виктора Николаевича и работал с Виктором Николаевичем. У него обратная точка зрения. Так кто же прав? Давайте послушаем. А вы в комментариях напишите, что вы думаете обо всем об этом. И почему у, казалось бы, людей, которые общались, учились, работали с одним и тем же человеком, в данном случае с уважаемым Виктором Николаевичем Силуяновым, на один и тот же вопрос такие разные точки зрения. Но затем другой момент. Когда работают разные группы мышц, и здесь пока АТФ это не проблема, креатив фосфат это не проблема, ионоводорода тоже нет, потому что мышцы не были использованы. Но затем центральная нервная система начинается установить. Поэтому надо минуту тогда, если работать, например, грудь и бицепс, минимум минуту отдыхать перед мышцей, чтобы центральная нервная система восстановилась и смогли сократить. Степан, я вот здесь хочу тебя спросить, потому что ты помнишь, в России Салим есть, он тоже работает у Силуянова. Салим, он тяжелоатлет. Да, я не видел его лицо, но Например. Вот мы с ним поспорили, он утверждает, что центральная нервная система не утомляется. Не, она утомляется, но затем что случается? Она быстро восстанавливается. Может ли кто сказать, что она не утомляется? Именно говорят они, что, насколько я понял, что центральная нервная система от тренировок, от упражнений не может утомиться. Но я с этим не согласен. Это, к сожалению, я не знаю, как, о чем он конкретно говорил. Но это утомляется. И если просто, как сам спортсмен, ты там это знаешь. Если например, конечно, просто сделать другой предмет. Если человек сидит на компьютере и думает, пытается думать больше 30-40 минут, конечно, и уже начинает вставать. Это то же самое, центральная нервная система есть. Я думаю, что центральная нервная система устает от любой долгой продолжительной работы. Работы вообще не важно. Читать, смотреть телевизор, играть в шахматы. Ее же можно доказать. Есть кистевой динамометр, это у меня есть, я там работал с боксером. Профессиональный боксер, чемпион Бразилии, Эдсон Форем, очень хороший, крутой. И это уже примерно 10 лет назад, перед тем, что я приехал в Америку. И там каждую неделю я работал с кистевой динамометром. А боксер, если вы знаете, они не держат. Поэтому сильно должна быть однаково, а не как. А со временем, когда уровень подготовленности увеличивался, и тоже кистевая сила увеличивалась. А когда мы тренировались очень много, сила начала падать. Это означает, что первый сигнал перед тренировкой. И тогда я сделал более 3 года работы с чемпионом Бразилии, и чтобы посмотрели, каждую неделю посмотрели, чтобы сила восстанавливалась. И это 100%. Если ты тренируешь где-то 3-4 дня подряд очень сильно, 5 дней сила падает. И даже не работает в этой мышце. Боксер не работает, он просто туда. Да. И видишь, потому что центральная нервная система утомляется. Да, это утомляется 100%. Ну, идем дальше по гликолитическим мышечным волокнам. А также не забывайте приобрести мои книги. Их вышло уже 2. Отдельно для девочек, отдельно для парней. Это серия книг «Фак Фитнес».
Почему она так называется, вы поймете, прочитав эту книгу. Взгляд и подход к тренингу кардинально отличается от общепринятого и дает результат. Спасибо, друзья, что смотрите меня. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм.